Опыт, который я покажу вам в этом ролике, не требует никакого сложного оборудования. Для него нужен мыльный раствор, рамка, на которую мы натянем горизонтальную пленку. Ну, я возьму вот эту кювету, обмакну ее в раствор и получу пленочку сверху. И еще нужна лазерная указка, которую мы светим на эту пленку вдоль ее поверхности. Ну, при дневном освещении, конечно, практически ничего не видно. И этот опыт нужно делать и снимать в темноте. Давайте посмотрим, что у нас при такой съемке получилось. Мы видим широкий луч, падающий на пленку слева. И этот луч расщепляется на множество тонких извилистых лучиков, которые сами могут расщепляться дальше, изгибаться и даже иногда загибаться назад. Понятно, почему эти лучи все время меняют свое положение. Видно, что сама пленка тоже все время шевелится. Но почему они вообще образуются? Об этом мы и собираемся рассказать в нашем ролике. Этот красивый эффект был обнаружен в 2002 году двумя исследователями из ФИАНа, Физического института Академии наук. И мы предпочитаем называть его по их именам, эффект Старцева-Стойлова. Эти авторы Тогда опубликовали ряд работ, в которых они очень сильно настаивали, что наблюдаемый эффект носит нелинейный характер. Там звучало слово ⁇ полиритоны ⁇ Хотя они же сами и выяснили, что эффект не зависит от яркости источника лазерного луча. А поэтому о какой нелинейности тут можно говорить? Ну и похоже, что переоткрытие этого эффекта. Произошло совсем недавно. Ряд авторов Анатолий Пасюк и его коллеги из Израильского техниона опубликовали статью в Нече в июне этого 2020 года. И объяснений, содержащихся в этой статье, мы и будем придерживаться. Статья очень красивая, с очень красивыми фотографиями мы рекомендуем вам ее посмотреть. Вот кусочек из приложенного к этой статье видео. Лучи здесь получаются гораздо более тонкими, чем в нашем опыте. Мы светили на пленку лазерной указкой под небольшим углом, а здесь гораздо более яркий луч заводится через оптоволокно диаметром в одну десятую миллиметра, прямо в торец мыльной пленки, что и дает такую четкую картинку. Каковы же основные идеи, изложенные в этой статье? Прежде всего, надо сказать, что мыльная пленка в разных своих местах имеет очень разную толщину. И, кстати, именно из-за этого возникают характерные цветовые разводы, которые все вы видели на мыльных пузырях. И об этом у нас есть отдельный фильм, он называется ⁇ Интерференция в тонких пленках ⁇ Мы рекомендуем вам его посмотреть. А вот эти фотографии пленки в отраженном свете засняли мы сами. Видно, что значительная часть пленки покрыта какими-то мелкими образованиями переменной толщины. Пленка все время движется, образуя характерные разводы. И вот на таком сложном рельефе и происходит преломление и рассеяние лазерного луча. А следующая идея состоит в том, что когда свет распространяется в толще тонкой пленки вдоль пленки, сама пленка ведет себя как волновод, и скорость распространения света зависит от толщины пленки. Ну, скорость распространения света э, рассчитывается как скорость света в вакууме, делить на эффективный коэффициент преломления. Для толстых пленок этот эффективный коэффициент это просто коэффициент преломления в воде 1,33. А когда пленка становится тоньше, коэффициент, эффективный коэффициент преломления меняется. Ну, а в результате лучи света будут распространяться не прямолинейно, а отклоняться на неоднородностях. И, между прочим, об этом у нас тоже есть отдельный фильм про миражи. Он называется "Криволинейное распространение света", и мы рекомендуем вам его посмотреть. Чтобы посмотреть на такое рассеяние, мы сделали совсем примитивную модель в программе Алгуду. Световой пучок рассеивается здесь прозрачными дисками коэффициент преломления которых незначительно отличается от единицы. И вот мы видим характерное распадение светового пучка на тонкие лучики, направленные в разные стороны. А если бы коэффициент преломления менялся непрерывно, лучи бы не просто преломлялись, а искривлялись. А еще я хочу сказать, что задача «Рассеянные лучи» будет играться в этом году на международном турнире юных физиков. Отбор задач происходил еще летом. Статья израильских авторов в это время не была опубликована. И мы с Алексеем по просьбе задачного комитета проводили опыты, смотрели на явления и в итоге дали рекомендацию эту задачу включить. После чего буквально через пару недель увидели статью и очень обрадовались. Вот, участникам турнира значит, предстоит более подробно разбираться с этим явлением. И в частности, конечно, им надо будет ответить на вопрос, а почему мыльная пленка имеет такую сложную структуру, почему она такая неоднородная. Но ну, я думаю, что будет хорошо, если вы свои соображения на этот счет какие-нибудь тоже напишите в комментариях к этому ролику на ютубе.